стульчик бы подставил. Вот давай, давай. Баобаб на границе с Ботсваной нас встречает. Какой толстый. Тут бабуины ходят, поэтому, пожалуйста, окна закрывайте. Где они? Вон они сидят, о боже. Они это контролируют границу, да? Смотрите, сколько их тут, ужас. Ой. Вот это баобабище. И бабуинище. Смотрите, какой баобаб на границе. А еще у него есть нора. Сейчас мы на нее сходим. Целую кровать можно поставить. Сейчас мы на нейтральной территории между Намибией и Ботсваной. Здесь уже начались встречаться баобабы. Такие вообще, причем самые, что ни на есть, баобабные. Мы сдаем документы вот в этой будочке. Сейчас мы попробуем покормить бабуинов. Падут, они боятся. Ботсване не очень доверяют тестам, которые мы сделали в Намибии. Поэтому мы ждем своей очереди вот в эту будочку, чтобы пойти и сдать новый ПЦР. У них так принято. Дополнительно нужно еще пройти дезинфекцию ботинок в эту тряпку. Из этого не пускают. Подожди, подождите, меня еще не остановили. Все. Добро пожаловать в Ботсвану. Такая граничка. Малюсенькая. И вот туда мы сейчас поедем.
справа стоят. Приехали сдавать ПЦР. У нас тут зарезервировано, забронировано время. Александр. Рафаэль. Здесь у нас такой лодж. Это коридорчик, слоник. Это такая кухня. Здесь можно готовить. Потом у нас здесь такая спальня с такими балдахинами шикарными. Сейчас вентилятор работает. Вот две такие кровати. И вот такая ванна. И с душевой, и с ванной, и с туалетом. В общем, все такое приличное. Особенно кроватки мне понравились. На этой машине мы сейчас поедем на сафари в парк. Это лоджи такие. Мы тут ночевали. Такие милые домики. Палец себе в камеру. Они вот так ходят, и тем самым просто к этому клювом. Когда что-то чувствуют, они зафрают. Шарят. Блин, он на нас идет. Don't worry, don't worry, just take photos. Так впереди идет. That is what we call wet up call.
want to put spices, just plain. Yeah, plain. Yeah, salt. Мы посреди нацпарка, где-то там гуляют львы, жирафы, слоны, а у нас перекус. Мы едим печенюшки и пьем различные напитки. У нас такие красивые птички, желтенькие. Вот наша машинка. Скоро в путь. Это наш Роджерс, он у нас ходит.
так, мы ее отдаем. Люся, я же тоже здесь. Люся, смотри. Я на видео снимаю, Люся. Я свистеть. Сзади меня? Да, прошла. Прошла? Все. Да, за головой прошла. Серёжа, оглянись ко мне. Здесь есть такая доска с названиями животных и числами, и люди отмечают, когда кто кого последний раз видел. Синенький кружочек – это с воды видели этого животного, зеленый – с дороги. Леопардов последний раз 16 числа видели. Мы не видели. Наша лодка. Лодку. Да. Такие фотографии. Good luck! They are grayish in color. These impalas are more like tanning. So these ones are grayish. And then we have the other one called the. Они как острые пищевые. Да. Вот. Look at that bed in the water there to the right. It's like a snake in the water. It's called African. Crocodile as well is getting. People they fight to see.
да, так с кожей. Господи, один катается. Doesn't like us nearby. She's like, hey, leave me alone with my family. Стульчик бы подставил. Я насчитала 16 больших. И маленький. С птичками играет. Пошел, смотри, один пошел. It's called Kariba weed, the weed you just broke. Log. Yes. The crocodile. So if you see a lot of logs and you think it's crocodile, it becomes logodile. Yeah, yeah. Бревно, бревнодил. Что, бегемот могут попасть? Может, да, у него воде очень красивая. Если ты между ним и кем-то из его детенышей... Ну, это понятно, только просто это... попробуйте, они кушают, они нас даже не мать. Больше мы зверей не увидим, да? Ну, можем увидеть. Продолжим.